Та-та-ра-та-та-ра-та. Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей, мы продолжаем с вами квест Хунтер. Хунтер, да? У теплого, уютного, милого костра собрались мы сегодня. Ребят, давайте быстро пробежимся, что у нас осталось там. Тра-та-та-та-та, я без записи уже, кстати, одну бомбу потратил, тупо, короче, навыки переставлял. Я что подумал-то, коли я бомбу уже не использую так активно, давайте лучше яблоки поставим сюда, да? Вот, а за место, точнее, бомбу, есть маза поставить куда-то в другое место, да? Ну, я не знаю, допустим, сюда. Я, в принципе, с панели быстрого доступа убирать не хочу, потому что может понадобиться, да? Вот, и также мне писали в комментариях по поводу того, что, чувак, не парься насчет дерева, деревянных локаций будет очень много, так что состругаешь еще свои буратины, скажем так, не переживай. Давайте, ребята, используем котел, тоже писали в комментариях по поводу того, что можно сварить какие-то зелья. О, яд можно варить, хорош. Ага, за кристаллы. Ха. Сейчас, вы меня так просто это не обманете. Я что подумал, так коли у нас ягоды много, давайте вот так сделаем, да, то есть у нас уже ягодок этих не осталось, да, тем самым освободили слот. Вот, и, ну а дерево, с деревом все плохо, что я могу сказать, меня зовут Алёха. Так, ребят, давайте быстро посмотрим, что у нас там по улучшениям. Нет, это немножко другой чувак, Гэндальф, здорово. Как-то хочется расширить наш сундук. У нас не хватает того-сего. Можно, кстати, это купить. Но, блин, это максимально дорого и крипово. Так что отправляемся на внешнюю карту. Нужно 10 раз проверить, что запись идет, потому что сегодня мы пойдем на квест, да, и чтобы не было, как это в прошлом видео, по-моему, да? Ну что, поехали. Куда-то нам там... Я даже не успел прочитать. Сейчас по дороге у нас куча сундуков, похоже, будет, да? Ну, давайте посмотрим. Да ладно. Ни одного сундука. Хорош. Вот это да, вот это поворот. Я на самом деле безумно рад, что мы не встретили никакого сундука, потому что, ребят, реально уже задолбало. С одной стороны, я хоть и, ну, как бы говорил, что эти локации очень хорошие, что там много разных приколюх и все такое, но, серьезно, надоедает. Ты идешь куда-то, да, как бы, скажем, уже с какой-то определенной целью, а там тебе херак, сундук. То это встреча гребаная, то еще что-то. Так что такое, скажем так, сбивает весь твой боевой настрой, да? Такой думаешь, о, ща я туда пойду, как постукаю всех и вся. А там херак и попросту ни прохода, ни перехода, ничего нет. Подожди, ничего себе, вы меня тут замуровали. Ну, кстати, эта локация очень похожа на то, что это какой-то лабиринт, да? А там посреди есть злой Минотавр, который скажет: «О, герой, я ждолго ждал тебя, да? И сейчас я тебя постукаю и скушаю». Вот, допустим, смотри, какой страшный монстр. Слоник? Ну вот, тюк! Страшный, злобный слоник! Восстанавливаем здоровье. Хотя можно было этого не делать, так как здоровья было много, да? Ой, смотри! Смотри, ребята, что там красное такое горит? А во лбу звезда горит, да? Смотри, что это такое? Блин, и не заглянуть никак, да? Не посмотреть. Давай, мой хороший, давай, подходи. Заморозочка. Да, кстати, мне еще писали также в комментариях, типа, чувак, побегай по пещерам, подкачайся, да, потому что скоро будет немножко, скажем так, трудно. Вот, и лучше, скажем так, к этому быть готовым. Уж не знаю, что там будет трудно, но я думаю, справимся, да, ребят? Как говорится, в любой момент можно вернуться, подкачаться, да? Как в песне «Нужно подкачаться». Ну? А, так, нихера у нее урон, да? Размотали. Я уж такой думал, ну, ща мы их постукаем. А способность наша вообще просто имбовая, да? Так, ну что? Опять куча проходов-переходов. На самом деле, я вот, видите, стараюсь собирать камень-дерево, потому что может понадобиться. Ну как может? И понадобится. Ага, и похоже, вот этот камушек как раз нужно сюда пришпандосить. Чем, собственно, сейчас и займемся. Я не особо люблю эти камни тягать постоянно, потому что... Давай. Ну хотя здесь уже никуда не упадешь, потому что обычно бывает, что ты где-то там на грани, над пропастью какой-то эти камни туда-сюда таскаешь. И такой думаешь, ну блин, шаг влево, шаг вправо, да, и давай, до свидания. А локация вообще на самом деле большая, да, так что придется тут немножко побегать, да? Побегать, посмотреть, что, кого и почему. Так, здоровье пока не трогаем, да, пусть оно так остается. Потом уже, наверное, посюда будем возвращаться, уже можно будет
подолечиться. Да как... уйди со своим фонарем этим. Эти фонари бестолковые. Ну, разумеется, когда я заканчиваю эпизод, я его использую, да? На всякий случай. Но, по идее, я опять же не понимаю. Скажем так, ты даже когда не сохраняешься и выходишь из игры, тебя все равно сохраняет. Поэтому даже не понимаю смысл этих фонарей. Но они типа монстров отпугивают. Хотя, ну, по факту это работает максимально криво. То есть, как монстры перли на тебя, так и будут переть. Давай. Зеленый салоник, до свидания. Я пишу тебе на прощание. Да, как-то не очень. Да уж, молния зачастую выбирает какие-то рандомные абсолютно цели. Вообще, по идее, по-хорошему, молнии надо просто прописать приоритеты, да? То есть, если она видит врага, то в первую очередь должна врага атаковать, да? А то зачастую бывает, ты атакуешь врага, она атакует все, что угодно, только не его, да? Там какие-то бочки, херочки и прочее-прочее. Так, опять проходы-переходы. Да что ж такое-то? Подожди, ребята, что это такое? Какая-то кнопка. Ух ты. Как все тут серьезно, да? Ну-ка, показывай. Подожди. Подожди. Так мы... Я не понял, получается, мы должны еще ограду опустить, да? Или как это работает? Как-то на самом деле максимально все упорото. Ладно. Мы еще в сам лабиринт не заходили, да? То есть мы бегаем чисто по внешнему кругу, да? По внешнему кольцу. Ну да, похоже, то, что мы должны опустить эту ограду и потом уже двигаться дальше. А, подожди, во! Смотри, поджигаешь эту херню, похоже, да? Камушек сюда только разве что надо притаранить. Да уж, вот не замудрили. Не все так просто. На самом деле, реально, дерево сыпет достаточно много. Но, опять же, если будет прям совсем плохо все с деревом, то, разумеется, можно пойти на локации на какие-то, да, пофармить его спокойно. И все будет хорошо. Эджа! Вот ты живучий какой парень. Собираем приколюхи. Самое главное, что у нас уже, ребят, сумка, скажем так, большая, да, то есть... Те приколюхи, которые собираем, я думаю, что все уже у нас поместится, уместится. Не то, как это было раньше, да, то есть там стоит тебе какую-то херню подобрать, уже не влазит, уже не влазит, уже не влазит. И такой думаешь, да блин, да что ж такое, вот, то уже такого, разумеется, нет. Я уже сколько, скажем так, прокачиваю эту сумку, да, вот, и уже хоть какие-то результаты этого есть. Здесь мы с вами не пройдем. Ну что, погнали в этот лабиринт, да, заодно посмотрим, что там, да как, да почему. Вообще, по-хорошему здоровью надо восстановить, но пока этого делать не буду. Возможно, в будущем мы там найдем ягоды, чтобы на халяву, да? Халява наше все. Как говорится, на халяву даже уксус сладкий, да? Эджа, нихера ты реагируешь с такого большого расстояния. Вот это, да? Вот это ты меня удивил приятно. Ну, давай, давай, установка самоходная, иди сюда. Я пока тут деревце, да, пособираю спокойно. Ага, ага. Давай. Уй, заморозил. Он уже хобот свой на меня поднял. Да это новая, это, скажем так, такая тема, типа, да, для, скажем, игроков в квест Hunter. Ты на кого хобот свой поднял, да? Многие, скажем так, вас не поймут, но это их проблемы. У вас, скажем, своя атмосфера, да? Типа, ты на кого свой хобот поднял? Ты чё, упоролся? Во, на изи. Ну, тебе. Блин, ну как я... Ну, я не знаю, я, наверное, каждое видео буду говорить о том, что как мне понравилась молния и заморозка. Реально, вообще. Морозишь, молнии лупишь по этим всяким приколюхам, да, собираешь и бежишь спокойно дальше. Я, на самом деле, жду уже какого-то реально челленджа, потому что... ну, самое страшное, что было, по крайней мере, в ближайшем будущем, в ближайшее время, скажем так, да, это вот большой синий салоник. Но из-за заморозки я спокойно с ним разбираюсь, так что пока что он нам угрозы, скажем так, никакой не представляет. Что может представлять угрозу? Наверное, те, которые монстры могут стрелять, как-то еще что-то, ну, что-то такое, не знаю. Хотя, опять же, тоже может заморозить. Но, похоже, опять собираем эту красную ягоду, да, которая позволяет варить зелье. Я, правда, не знаю, зачем варить яд, да, ребят? Что такое? Понимаю, если бы у него было какое-то практическое применение, но нахера он нужен? Только на продажу? Там даже в описании, в принципе, написано, что, типа, ну,
Либо для суицида, либо на продажу. Одно из двух, да, третьего не дано. Так что, ну, такое. Тем более он просит там еще кристаллы, да, это максимально упорото. Кристаллы нужны для прокачки, не более того. Еще сейчас на яд я буду тратить, да, переводить. А тем более, кстати, яд, по-моему, можно купить, но это не точно. Йенту не точно. Тысяча извинений, опять звонила мама. Уже который раз я записываю какое-то видео, да, звонит мама. Такой закон подлости обычно. Ну, она звонит, когда я не записываю, да. Тут уже какой день подряд получается так, да, что она звонит именно в момент записи. Ну, такое. Ладно, ребят, мы продолжаем бегать с вами по лабиринту. Возможно, в центре нас ждет что-то хорошее, полезное. Молния вообще, и в принципе, все равно, да, там она атакует именно с неба, поэтому может спокойно атаковать именно врагов, которые находятся за стеной. Вот. Но на самом деле мне это не особо нужно, потому что до них еще нужно добраться. Даже если из них выпадет какая-то полезная приколюха, то, ну, блин, еще до туда бежать надо, короче, да? Чтобы эту полезную приколюху подобрать. И, похоже, лабиринт на самом деле не несет никакого функционала, да, то есть... Хотя нет, смотри, какие-то алтари там есть. Просто я к тому, что пока что ничего хорошего мы здесь не нашли. Серебряный ключ, конечно. Я не удивлен, да? В любой непонятной ситуации проси с меня ключ. Но я думаю, что мы правильно сделали, что открыли, потому что тут реально какая-то херня есть в центре, да? Возможно, которая поможет нам пройти, ну, куда-то дальше, да? Ага, вон еще Михалыч. А, подожди, так два механизма, да? Угу. Активируем первый. Угу. Так, ребята, а что насчет второго механизма? Там потому что есть, по-моему, сверху механизм, да, который закрыт, и я до туда добраться попросту не могу. Как-то реально немножко сложно, потому что там, насколько я понял, чтобы добраться туда, ну, а принести кубик, а потом еще... Ох, короче. И ты еще найди, попробуй этот кубик, да, где-то он находится. Давайте, ребят, еще пробежимся, да, максимально быстро. Ага, 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 ага. Вот, вот, ребятушки мои хорошие. А по карте можно как-то посмотреть, как... Да, смотри, можно посмотреть, как пройти. А, значит, смотри, мы, если пойдем сюда, 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 да-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 да, японский городовой, короче, бежать, не перебежать. На самом деле, было бы здорово, если бы наш главный персонаж мог перелазить через забор, и это было бы максимально быстро. Быстро и просто, да, но, к сожалению, такого у нас способности, да, такой у нас способности нет. Надеюсь, я правильный маршрут выбрал, да, и бегу в верном направлении. А то будет печально, да, что столько... О, подожди, копать. Копать, копать, начальники, копать. Обидно, да, будет, если долго бежал, бежал, а потом в итоге никуда толком и не прибежал. Открываем сундучок, забираем приколюхи и бежим, бежим вперед. Вот такие вот дела. Немножко нескладно, зато правда жизни, да? True story, да? True story. Так, ребятушки, где-то здесь должен быть проход, переход. Ну, нам надо просто зайти направо, там на самом деле куча проходов, переходов, и, в общем, все будет хорошо, я думаю. Получай! Стукает меня. Это слоник? Слоник? Ох, заморозка, заморозка. Если бы у тебя хотя бы был минимальный урон, да, могли бы спокойно ящики сломать. Но, к сожалению, такого нету. Давай, давай, давай. О, синий. Синий слоник, он более опасный, чем зеленый, да, то есть он более живучий, более повышенный урон. Давайте, пока он бежит туда-сюда, восстановим здоровье. Угу. Идет сюда. А, так мы даже не убиваем. Что-то я не понял, на самом деле. То мы убиваем с этой способности, то не убиваем. Какая-то странная тема. У нее вроде фиксированный урон, да? Потому что одних слоников мы разматывали с этой способности, других не разматывали. Может, там, типа, чем дальше летит, тем больше урон. Черт его знает, как это работает. Собираем приколюхи и бежим дальше. Ой, я тебя даже не заприметил, да, что он там прятался, да? Угу. Во. Ой. Ой, что творится в нашем селе? А, красная ягода, хорош. Ну, по идее, можно их и продавать. А можно варить зелье, да, которое нам, возможно, в будущем понадобится. На самом деле, мне очень радует то, что у нас, скажем так, так много зелий, да. Если будет прям какая-то совсем жопа и попа боль, то сможем ими воспользоваться, да. Восполняют они достаточно много здоровья, так что это очень хорошо.
Жух-жух, пару вердух. Да уж, молния, что ж ты бьешь-то вечно не туда, куда нужно? О, хорош. Давайте активируем Херабуру. О, пожалуйста, проход открыт. Открываем сундук. Сейчас потом опять сходим туда и заюзаем следующий. О, пожалуйста, мы потратили ключ, да, и получили ключик. И в итоге, получается, мы этот сундук, который находится в центре, открываем на халяву. Но, с другой стороны, если бы... Так, подожди, а что с другой стороны? Ну, по идее, могли не открывать, да? Тогда у нас был бы еще один ключ. Что-то сундуков вообще много на квадратный сантиметр, да? Во. Мы дело в том, что когда откапываем сундук, еще также получаем опыт, да? Так что это такое двойное преимущество. Тебе, пожалуйста, и опыт, и приколюхи, которые из него выпадают. Так, ребята, мы здесь, похоже, не пройдем, да? То есть придется сделать большой-большой круг. Ладно, поехали. Спустя 2 часа я таки добежал до сюда, да? На самом деле, я, наверное, зря готовился к этой локации, потому что я думал, что здесь будет какая-то попа-боль, да? Но, по крайней мере, ничего такого страшного и серьезного я не нашел. Какие-то яйца дракона, слышь? Хо, хорош. Ребята, это не просто так. Вот эти яйца нужно положить на алтарь, который находится сверху. Но придется изрядно попотеть, потому что, в общем, расстояние не маленькое. Давайте попробуем сделать. Реально напоминает какое-то золотое яйцо дракона. Возможно, не знаю, там, сейчас положим на огонь, да, оттуда вылетит какой-нибудь, не знаю, золотой дракон, да, и постукает нас. А тут потом прибежит Дайнерис, да, и скажет, какого черта ты сделал своими драконами. Ой, ребята, вы только посмотрите, что нужно тут сделать. Тут, о, жесть. Это что, пройти-то реально тут такой кружбан навернуть. То есть вот, мы идем, выходим, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ой, ёбушки-воробушки, поехали. Кстати, мне это напомнило российскую комедию с Галустяном. «Яйца судьбы». Так вот это и есть. Там как раз типа золотые яйца Чингисхана. И как раз 3 штуки, да? О, жесть, вот это да. Вы мне скажете, нихера ты, Леха, что смотришь? Есть такое. Ну и еще хотелось бы сказать то, что мне вот эта шляпа, знаете, ребят, я когда монтировал видео, напомнила шляпу эту, которая в Гарри Поттере, которая распределяла, типа, кто в какой дом пойдет, да? Есть какие-то сходства? Смотри, короче, по идее, вот надо сюда пришпандосить, да? Вот, вот, одна здесь уже лежит, поэтому забираем кубик. Во. А, ребята, так нам не надо таранить сюда все 3 яйца, да? Нам нужно притаранить только 1. Фу, это хорошо, потому что... это такое большое расстояние, что просто жесть. Ну, такое. Разберемся, я думаю, да? Ну что, ребят, момент истины, немного помучился. Вот, вот, и все равно... А, подожди, да? Это только еще вот это, да? А теперь мне надо вот так вот сделать. Вот, дали какую-то ачивку, хорош. И теперь можем отправиться дальше. Нам открылась новая локация, таверна «Лысый череп». Я уж не знаю, наверное, это какая-то мирная и хорошая локация. Поехали, попробуем, да? Случайная встреча. Разумеется, ни шагу просто нельзя ступить, да, чтобы не найти какую-то случайную встречу. Давайте, ребят, покопаем. Копаем, начальники! Начальники, там что-то хорошее. И нас уже кто-то, кстати, ждет и хочет с нами поговорить. Надеюсь, о чем-то хорошем, да? Вот. Собираем приколюхи. Молния. Во. Так-то уже лучше. Ну, здравствуй, друг мой Сицевый. О, какой серьезный парень. Стоять на месте! Кто такой и куда следуешь? Я герой, ищу приключений. Перед тобой гроза разбойников и воров, укротитель диких зверей и злых жен. Его благородство, первый воин короля. А мы, кстати же, спасли принцессу, да? Вижу, ты крепкий, малый, у меня есть для тебя работа. Что нужно делать? Я с моими парнями держу путь на север, усмирять орду мертвецов, идущих на королевство. Они сбиваются в стаи и движутся сюда. Что-то их сильно встревожило. Ребята, кстати, это чем-то отсылка на «Игру престолов», да, там армия мертвых тоже. Так вот, мне нужен крепкий парень, который сможет решить проблему короля, пока меня не будет.
Король сам не свой уже третий день, его дочь похищена. Подожди, мы же спасли уже. А как его найти? Просто так к нему не подобраться. Оно окружено непроходимыми болотами. Так, а кто он такой? Лорд болотных земель, злой и очень опасный человек. Убей его сразу, как только увидишь. А зачем он это сделал? Он давно положил глаз на принцессу, а с пропавшим солнцем король утратил бдительность и получил ноша в спину. Ну хорошо. Попробую найти помощь в таверне «Лысый череп». Ну вот я как раз туда иду, собственно, да? Я только не помню, мы же, по идее, спасли уже дочь короля, да? Какого черта? Может, ее повторно похитили? Как это работает? Вот даже банально, да, как они тут стоят вокруг куча тварей? Просто я постоянно в РПГ задаюсь вопросом, как они вообще уживаются с этими монстрами, да? Что-то тут ничего хорошего, да? Немного можно восстановить здоровье, буквально пару монстров и не более того. Ну, давайте быстро пробежимся, да, может где-то что-то покопать можно, но похоже... Да, похоже... Похоже, нам нужно двигаться дальше. Ничего так, хорошая охрана, да? Вот посмотрите, как они, да, одеты, и как я. Ты какой-то бичара, по-другому не скажешь. Поехали дальше. Какие-то локации все открываются. Подожди, нихера себе. А, вот, смотри, болото. Так, это значит у нас получается таверна, но нам посоветовали в первую очередь сходить в таверну, да, а потом уже идти на болото. Ну хорошо, поехали. Да, интересная локация, но я думаю, что здесь будут какие-то ребята, которые мне помогут в будущем, да. Вообще, было бы круто, если бы за денежку можно было бы кого-то нанимать, да, типа, чувак, давай вот тебе там сколько-то золота, да, и ты будешь бегать со мной. Какой-то, не знаю, там, может, маг, стрелок, еще что-то. О, какой новый, смотри. Новый этот, чуч, новый чуч. Это этот, зомба. Жесть, но он передвигается максимально медленно, так что спокойно его можно размотать. И у него здоровье вообще просто будь здоров. Какая-то тавтология даже получилась, да, ребята? Здоровье, будь здоров. Хорош. Да уж, видать, насмотрелся зомбоящика, да, и превратился в одну из этих тварей. Чувак, я ж тебе говорил, меньше телевизор смотри. Ой. А он, кстати, еще атакует медленно. Это сейчас вообще что было? Это какой-то бомбермен, ребят, реально. Он подошел ко мне, бомбанул. Вот это, да? Я даже не запомнил, как он выглядит, да? То есть есть маза того, что я еще раз так могу подорваться. Но я думаю, что у него очень мало здоровья, так что, ну, по-любому даже с ним как-то справиться. Ну, нихера себе, подбежал и бомбанул. Вот это поворот. Вот кого-кого, а бомберменов я в этой игре вообще не ожидал. Хорош, жесть какая. Подожди, мой хороший, давай. Ой, ой, какой ты. Да уж, зомби, в принципе, живучий, да? А, давайте, знаете, может, как-то молнии попробовать, да, бомберменов жухнуть. Я думаю, что молнии самое оно. Главное, чтобы у него здоровья, скажем так, было немного, да? Нихера он так подбегает, как бум, да, делает. И делает бум. Ну-ка стоять, братан. А разве можно камень заморозить, да? Или можно? Можно или нельзя, да? Ой, смотри, еще плюется. Охренеть. Это он что делает? Он с лука... Подожди. Как мне... Братан, положь бомбу. Я хотел просто восстановить здоровье, а в итоге взял бомбу. Ну, давай швыряешь тогда, ладно. Да, вот это поворот. Давайте, ребят, собираем. А, в итоге, короче, ребята... Надо как-то реально, не знаю, делать себе больше здоровья, потому что он, там, я не знаю, сколько, с 3-4 выстрелов так неплохо меня просадил. Кстати, а бомбермена же можно заморозить, да? Точно. Но проблема в том, что надо еще понять, на какой радиус он действует, да? То есть он может с большого расстояния подойти, бомбануть. Да, вот чего-чего, такой подставы я не ожидал.
Надеюсь, на болотах этих тварей не будет. Да, серьезно, противники стали намного жестче. О, бомбермен, бомбермен! Да, смотри, молнией можно его спокойно бомбануть. О, какие вы страшные и серьезные парни! О, да просто, ребят, знаете, дело привычки. Потому что я тоже раньше, там, не знаю, угорал с голема, типа он такой серьезный парень. А в итоге сейчас мы с ним спокойно справляемся, да? То есть дело просто привычки. Сейчас я разберусь, скажем так, как лучше их стукать, и все у нас будет хорошо. Тихо. Самое главное, какое правило, ребят? Правильно, не подпускать бомбермена. Но здесь его, слава богу, не было. Идет меня. Он как-то ногой, похоже, топает, да? Я злой, страшный зомбарек. Ой, там бомбермен... Не. Я даже не знаю, хорошо или плохо то, что они еле передвигаются, потому что, с одной стороны, хочется их как-то способностью, да, постукать, а с другой стороны, они так еле прутся, что пока ты, ну, короче, долго приходится ждать, когда они подойдут к тебе, да? Зачастую приходится самому, скажем так, подходить. Подожди, подожди, мой хороший. Ой, что творится? Фу, жесть. Да, ребят, серьезно. То есть это у тебя уже не слоники какие-то, да? Это уже парни такие более серьезные. Подожди, 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 не бузи. Я, наверное, не успею выкопать, да? Давайте лучше их заморозим, постукаем, а потом уже соберем приколюхи. Вот, копаем. Подожди. Поехали. Не, ну все равно я, в принципе, рад, то, что мы с вами отправились на какую-то новую локацию, какая-то движуха новая началась, да? Вот, правда, стрелки, они вот тут, блин, стукают очень больно. Так что такое? Давайте... А, подожди, тут камушек нужно, да, поставить? Ага, хорошо. А, так, поставим камушек, и что у нас там будет? Открывается какой-то рычаг. Ну вот это да. Ой. Ой. Ой, как тут все страшно, а? Иди отсюда. Ага. На тебе. Так, ребят, а, так тут еще и такие твари. Да что ж такое, тут и каждой твари по паре просто. Так, а там какая-то, что там такое? Там, похоже, кузнец какой-то обитает, да? Давайте, давайте, давайте. В кучу, в кучу, в кучу. Ногой он дрыгает, слышь, я тебя подрыгаю. Ногой он мне хотел постукать. Вот это да. То есть, получается, третий навык, да, молния. И мы их добиваем. Ну, опять же, это, конечно, надо ждать, чтобы это все откатилось. Ладно, к кузнецу мы сходим позже, да, давайте сперва здесь побегаем. Тут, на самом деле, большая территория, зачастую тут даже глаза разбегаются, куда в первую очередь пойти. Но ничего страшного, ребята, все откроем, все пощупаем, так скажем, да. Переживать за это не стоит. А скелетов вообще можно с руки долбить, да. Я не знаю, что я упоролся и пытаюсь их с третьей способности и все такое. У них, на самом деле, не так уж и много здоровья, так что... Спокойно будем с ними справляться. Вот хоть с кем-то мы будем спокойно справляться, да? Сейчас уже монстры с каждым разом пошли такие, что... Там зачастую по несколько раз надо способности использовать, да, чтобы кого-то убить. Ах, суровая реальность, да? Суровая правда жизни. С каждым разом становится все максимально криповей. Ну, здравствуй, мой хороший. Кто ты такой вообще? Приветствуй, путник! Куда путь держишь? Ага. Давайте про солнце. О-хо-хо, с тех пор, как король объявил о награде его и щита вся округа, я бы предложил тебе более реальное занятие. В чем дело? Но уже 10 лет я выращиваю тыквы на своем поле. Я был главным поставщиком короля. Но сейчас тьма просто поселена и уничтожает урожай. Короче, похоже, нежить надо размотать, да? Прошу как можно скорее разберись с ним. Давай отмечу на карте. Ага. То есть, короче, нам отметили на внешней карте, опять куда-то нужно отправиться, да, чтобы размотать главное зло, так скажем, да? А хороший, кстати, мирный лагерь... О, смотри, так мы можем прямо здесь какие-то свои дела поделать. То есть уже в лагерь, в принципе, можно не возвращаться. Ха-ха, прикольно. Так, а что у тебя по оружию? Давай показывай. Ребят, до сих пор это оружие считается самым крутым, да, так что можно, в принципе, уже не заморачиваться и улучшать... То, что есть у нас. Но я пока улучшать не буду, потому что... Ну, в общем, приберегу наши приколюхи. Потом уже, скажем так, этим займусь.
Пока хочется понять, все-таки, когда мы там сможем наш сундук расширить. Хотя, может, уже не стоит упарываться по сундуку, потому что у нас есть куча места, да? То есть уже даже с тем, что у нас есть, еще 3 слота свободных, так что такое. Но все равно, скажем так, лучше пусть места будет больше, да, чем нужно, чем не окажется, когда оно понадобится. Вы поняли, что я сказал? Я сам не понял. Так, ягода, малина, подожди. Ой! А что ты верещишь-то? Ты сама на меня побежала. Главное, верещит то, что я постукал. А хер ты бежишь-то на меня? Бежит на меня, я ее постукал, она потом... Так а нехер лезть-то было? Я просто ягоду шел собирать, а ты побежала на меня. Как это работает? А хер побежала-то? Не надо на меня бегать тогда, бегать-прыгать. Да, ребята, у нас, кстати, еще там сверху какой-то проход-переход. Там какой-то кузнец живет, еще что-то. А, так это бомбермен был, нихера себе бомбануло. Я еще так удивился, думаю, какого черта, что происходит? Вот это да! Круто ты попал на ТВ. Давай, зомбарек. Ой, какой ты серьезный. Давай. Ручонками машет, да? Так, а здесь что-то ничего хорошего. Здесь у нас, похоже, какой-то кузнец, жил еще кто-то, но уже больше никто не обитает. Но оно не мудрено, потому что вот как раз-таки тут зомби ходит. А может, кстати, тот зомби, который был, да, это и есть хозяин этого дома. Нужен ключ. Да. А, кстати, можно попробовать сбегать к ним в дом, да? Хотя я не думаю, что это получится. Потому что я в главном городе размародерил все, что можно. А не, смотри, проход вроде есть. Хорош. Так, что тут у нас? Нихера тут персонажи, которые с нами хотят поговорить. Давайте поболтаем с ними уже в следующем видео, а это завершим. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. We'll be right back.